Друзі, вітаю. Це 24 канал. Мене звати Владислав Новіков, і ми продовжуємо наш інформаційний марафон 24 каналу. Починаємо інформаційну годину. Будемо говорити про новини і аналізувати їх. В найближчій годині будемо аналізувати саме новини військового характеру. Тож буде достатньо цікаво. У нас є декілька цікавих новин, які стосуються війни, його її просування, того, що нас очікує далі, з яким темпом це буде все йти. І ми з вами поговоримо ще й про надання нам військової допомоги, ну і про декілька хвиль контрнаступу, про які також вже пишуть неодноразово англомовні видання. Через декілька секунд доєднаємо людину, яка допоможе нам в цьому розібратися, і будемо спілкуватись саме про це. Ну, а допоки можу вам прочитати ось таку цікаву новину. Є допомога не тільки військова. Єврокомісія направила Україні черговий транш на 1,5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це каже президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 мільярда євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру. Буде більше, написала вона. А ми дуже дякуємо нашим партнерам, які допомагають нам не тільки військовим чином, але й фінансовим, і інформаційним. Хто, як знаєте, знаходить можливості і допомагає нам. І ми бачимо, що коли люди хочуть, вони роблять. Ну, це я зараз натякаю трошки на фінансову, не на фінансову, а на військову тематику, коли ми очікуємо F-16, і не тільки F-16, очікуємо ще й Атакамс на 300-500 кілометрів дальності, ну, або якісь інші варіанти озброєння, аналоги атакамсів, які допоможуть нам бити ще влучніше по тилам російським і виснажувати їх. Долучаю до ефіра Давид Шарп, військовий оглядач, долучається. Пане Давиде, вітаю вас. Добрый день, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот хотел бы поговорить с вами немножко о делах Израиля, поскольку вы все-таки человек, военный аналитик израильский. Есть у вас там некоторые проблемы в Израиле, хотел бы про них немножко поговорить, а потом уже вернемся к тому, что происходит у нас. Первые полосы крупнейших израильских газет окрашены в черный цвет в знак протеста против судебной реформы, принятие которых началось вчера. Надпись на титульных страницах «Черный день для израильской демократии». Случайность или нет, но накануне премьер-министр Израиля Нетаньяху перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Вот мы видим фотографии того, как СМИ публикуются сегодня на газетах. Нам важно понимать то, что происходит в Израиле, потому что от этого также зависит и военная помощь Украине, в том числе, потому что тема Израиля и помощи ее Украине поднималась уже не единожды. Вот хотел бы поинтересоваться у вас, что именно происходит сейчас в Израиле. Ну, это очень обширная тема, уходящая корнями в десятилетия. Тут, конечно же, для тех, кто не знаком с сутью вопроса, я вам открою секрет, даже большинство израильтян, которые выступают за и против, причем выступают активно, к сожалению, не знакомы с темой до глубины и во многом руководствуются эмоциями или являются так называемыми полезными идиотами, причем у обеих сторон это касается. Израиль находится в глубочайшем политическом кризисе, поэтому я буду говорить в общих чертах, и это все-таки не военная тематика, а уже сфера политологии, главное другое. Здесь за пару минут не объяснить суть. Это очень требует длительного изучения для того, кто интересуется. Вопрос очень специфический и необычный. Израиль находится в глубочайшем на данный момент политическом кризисе. Правительство очень глубоком, то есть таком, которым не было десятилетия. Правительство, правящая коалиция попыталась и пытается реализовать те или иные свои замыслы по судебной реформе. Она столкнулась с очень сильным сопротивлением. Такого сопротивления не ожидали. И тут, конечно, разные аспекты. Сопротивляются, противниками являются и те, кто непосредственно противники реформ, и политики, которые используют вот это вот сопротивление для того, чтобы попытаться, скажем так, переиграть результаты выборов.
Просто эмоции у многих людей зашкаливают. В общем, но суть общая такова, что кризис очень силен, и он коснулся глубины израильского общества, очень усилил раскол, очень сильна проблематика, есть угроза забастовок, есть угроза отказа резервистов от службы. С другой стороны, коалиция идет в определенных областях на принцип, потому что капитулировать перед требованиям, причем часть требований носят характер шантажа, с точки зрения правительства неприемлемо, это будет полный провал. Поэтому ситуация крайне кризисная, крайне проблематичная, она не разрешится в ближайшее время. И есть надежда, что она разрешится, скажем так, по крайней мере частично. Но в любом случае, очень серьезно, если так выражаться военным языком, Израиль понес очень серьезные потери, понесет их, и проблемы глубоки, велики, решены не будут в ближайшее время. Все очень сложно. А для тех, кто интересуется вопросом, я предлагаю изучить его именно глубоко, а не по заголовкам тех или иных газет, в том числе ангажированных, а именно изучение. Но, к сожалению, я же говорю, даже многие израильтяне далеко не в курсе данной проблемы во всю ее глубину, что называется. Ну, согласно вашему ответу, мы уже, в принципе, понимаем, насколько серьезная тема, что нужно время, желание и упорство, чтобы понять, что происходит. Ну и как минимум, зная то, что она настолько серьезна, по вашему ответу, можем примерно понимать, почему возникают некоторые конфликты, касаемые оружия и каких-то других вещей. В принципе, тоже достаточно хороший ответ. Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Об этом говорит Алексей Резников. Есть вопрос ПВО, вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия, и против нас большое количество врагов. Следовательно, это война, а не компьютерная игра. Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас — это жизнь наших солдат. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий насчет момента того, что все-таки отстает от графика наступления, но все же при этом идет по плану. Давайте так, есть выражение одного из военных классиков по поводу того, что любая операция военная, как бы она ни планировалась, в итоге по плану не идет, даже если она оказывается суперуспешной. Если быть откровенными и представить, я могу тут риторическим вопросом задаться, планировало ли военное командование украинских вооруженных сил и политическое руководство, когда готовилось к наступлению, считаем, что наступление началось 4 июня, хотя можно считать, что, например, под Бахмутом, естественно, и раньше. Планировали они вот примерные такие результаты, скажем так, были ли нынешние результаты желаемы на данный момент, вот то, что происходит сейчас, когда мы с вами разговариваем, планировались ли примерно такие же результаты? Я могу предположить, что планировалось больше, не то, что планировались, а рассчитывали на большие достижения. Поэтому можно говорить, что первоначальный план в той или иной степени не удался. Однако планы можно менять, можно и нужно менять в зависимости от обстоятельств и делая уроки над ошибками. Значит, поэтому после того, как уроки над ошибками проделаны, можно предположить, что как раз более-менее в соответствии с замыслами идет то, что мы называем наступлением, хотя оно носит локальный характер и характер специфический на отдельных участках. Очевидно, что украинцы не бросают в бой крупные силы единовременно на тех или иных участках. И понятно, что это подход запланированный, и он зависит от того, насколько готовы войска и насколько созданы условия для использования вооруженных сил. То, что отмечает Резников, важны жизни людей, это очевидно. Ради достижения незначительных результатов или ради очень высокого риска серьезные потери, скажем так, рисковать серьезными потерями, по всей видимости, неуместно. Я специально говорю по всей видимости, потому что каждая сторона решает сама, что для нее правильно. Однако планы, я же говорю, планы, несомненно, поменялись. И вот уже после того, как это произошло, вполне вероятно, что в основном все происходит в соответствии с ними. Но, подчеркиваю, всегда на войне есть две стороны. И поэтому то, что спланированное идет не так, как нужно, это обычная ситуация почти для любой войны.
Украинское командование не бросило в бой большую часть своих резервов. Кое-что, видимо, переосмысливается. Осуществляется огневое поражение российской техники, артиллерии, в первую очередь, на всю глубину линии обороны, что призвано, по идее, создать более оптимальные условия для дальнейшего наступления и для того, чтобы планы были реализованы и, не, скажем так, носили более масштабный характер, эта реализация. Но как пойдет дело, покажет жизнь. Последние вот есть новости касаемо фронта. Говорят, что россияне покинули Клещеевку. Это немножко южнее Бахмута. Мы видим, именно на этом участке активизировались последние сутки боевые действия. Видим, как наши защитники продолжают идти вперед и эффективно это делают. Вот хотелось бы узнать у вас, как это повлияет, если все-таки они отошли. Информация пока еще не подтвержденная. Хочу также отметить этот факт. Но если все-таки россияне оттуда отошли и наши продавили и взяли Клещеевку, то как это сильно ли меняет фронт? Это Клещеевка, есть также деревня Андреевка и Курдюмовка. Все это южный фланг Бахмута. Продвижение в этих местах и особенно контроль над высотами дает украинской армии преимущество, улучшает контроль над дорогами и создает предпосылки для более успешных действий по охвату Бахмута и по огневому контролю или по дальнейшему продвижению. То есть это, безусловно, важно. Более того, на самом деле очень важны были предыдущие успехи, которые, конечно же, дались тяжелым трудом и кровью. Предыдущие успехи, когда высоты под Клещеевкой были заняты и с другими соседними населенными пунктами. Но здесь важно отметить, предпосылки для дальнейших успехов создаются, но это все же локальный участок фронта. И в любом случае предпосылки — это важно, но это еще не оперативный успех. То есть оперативный успех — это когда серьезный участок фронта рухнул и когда создаются предпосылки уже для занятия обширной территории. Однако, это, безусловно, это тактический успех, и, конечно же, важно подтверждение и реальное понимание того реального местонахождения украинских войск на карте, что называется, чтобы понять, иногда здесь, вот когда мы говорим о тактическом уровне, важна каждая высотка и некий какой-то участок сотни метров может именно из такой резолюции может иметь большее значение, но это все-таки тактический уровень, я специально подчеркиваю, который относится к одному конкретному участку. Клещеевка, она открывает возможность наступления на ближайшее, на Андреевку, на Курдюмевку, или это, скажем так, один из пунктов, который просто нужно занять и удержать, либо это какой-то вариант изменения линии фронта в перспективе глобальной? Наступление на Курдюмовку и Андреевку, оно, в честности, они в той или иной степени завязаны на соседние местности, однако тут можно рассматривать и в отдельности каждый населенный пункт, тем более, что вот про то же самое продвижение на Андреевку имело место более-менее, как бы о нем было сообщено вчера, насколько я понимаю, и оно в прямой, не обязательно находится в прямой зависимости от продвижения на соседнем участке. Однако, когда я говорю о создании предпосылок для дальнейшего успеха, в том числе имеется в виду продвижение на одном участке, которое подразумевает вклинивание в оборону противника и создание угрозы его фланга. То есть, если, например, в районе Андреевки произошло серьезное продвижение, то угроза Клещеевки, мы исходим из того, что не подтверждено пока ее освобождение, становится больше. То есть угроза, я имею в виду угроза со стороны украинской армии, угроза россиянам, держащим оборону, становится существеннее. То есть любое вклинение, это является, ну не любое, но по очень многих случаев, вклинение является созданием дополнительных предпосылок для того, чтобы продвижение на соседних участках. Кстати, то же самое касается так называемого Бердянского направления, бывшего Времьевского выступа, где украинцы, в общем-то, достигли наибольшего успеха с момента начала наступления. Ну а возвращаясь к южному флангу Бахмута, занятие тех или иных территорий, особенно если речь идет о важных высотах, дает серьезные плюсы при контролях над дорогами в тех местах и возможности продвинуться еще, а если продвинуться еще,
то вот те самые перспективы и предпосылки для дальнейшего продвижения. Но без введения крупных сил, иногда, кстати, ввести крупные силы нельзя просто по объективным причинам, быстрого продвижения какого-то такого и обрушения участка или прорыва глубокого фронта ожидать не стоит. Медленное продвижение, цена неудачи здесь не особенно велика, но, с другой стороны, и успех по определению не может быть быстрым и глубоким, а успешные действия растягиваются на много дней, иногда даже недель, и только тогда может быть заметен тот или иной результат, я имею в виду уже не совсем тактического уровня. Истощаем мы южное направление ударами в тыл россиян, и, насколько я понимаю, это делается достаточно эффективно и с завидной регулярностью. Хотелось бы, чтобы эта регулярность сохранялась и умножалась. Ну вот еще у нас есть заявление спикера сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Сказала, что РФ до сих пор не может полноценно возобновить движение по Крымскому мосту после удара в ночь на 17 июля. И, наверное, что уже никогда не вернуться, потому что повреждения были довольно существенными для того, чтобы выдержать такую нагрузку, которая сейчас сосредоточена вокруг этого места. Попервой, когда мы видели фотографии, то казалось, что на самом деле ничего прям вот глобально критичного, к сожалению, не было удара нанесено. Конечно, полотно было повреждено, но это не опоры. И плюс остается еще железнодорожное сообщение, которое продолжило свою работу. Но вот сейчас мы видим, что в целом, получается, все-таки удар был достаточно серьезным. Удар был, безусловно, серьезный. По автомобильному мосту тут даже спора нет. Он одно из полотен же просто, по сути, рухнуло. И, соответственно, для его восстановления понадобится очень много времени. Второе полотно с противоположной полосы, оно было повреждено. И вот там, как-то устранив повреждение, видимо, восстановили движение частично. Однако это всего лишь одна полоса из двух. Для решения проблемы второй полосы понадобится много времени и серьезные усилия. Поэтому можно говорить, что мост функционирует автомобильный неполноценно, далеко не полноценно, это не считая разного рода опасений за то, что и так повреждено полотно. Но тут важно отметить следующее. Главнейшее в плане снабжения российской группировки в Крыму, а также в южной части, континентальной, назовем это, оккупированной части Украины, то есть, например, в Херсонщине и в Запорожской области, важнейшую роль, насколько можно судить, влияет именно железнодорожная ветка. А вот она-то и не пострадала, и она, насколько можно понимать, функционирует как раз нормально. Поэтому автомобильный мост, если рассматривать его в целом, он до сих пор не только проблематичен, а даже очень проблематичен, и еще будет оставаться таким достаточно долгое время, может быть, даже месяцы, сколько у них займет починить. А вот железнодорожная ветка по-прежнему на месте, и снабжение по ней, видимо, сохранено в полном объеме. Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, как пишут россияне, был атакован нашими силами. Они пишут, что атаковали мы двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. Это было сегодня ночью, это тоже вот их цитата. Но вот совсем как-то не очень картинка складывается, почему именно два быстроходных вот таких вот надводных беспилотника, скажем так, дрона. Почему именно вот ночью удалось именно это количество ликвидировать? Каковы вообще шансы этот объект ночью распознать и эффективно его уничтожить? Мы также знаем, что разные данные сообщали, как на Крымский мост было отправлено, ну, по-моему, не менее 5, а то там вот и некоторые видео публиковали, что буквально один за другим, то есть большая колонна этих надводных дронов. То есть если бы мы хотели все-таки задеть этот корабль, то, наверное, пустили больше, чем два. Ну, здесь слишком много неизвестных. Во-первых, просто мы не можем, естественно, опираться автоматом на сообщения пресс-службы российской армии. Конечно. Это может быть откровенной ложью. Кстати, может быть, они говорят и правду, но опять-таки, пока это не проверено, и пока мы точно не знаем, что было, можно лишь только учитывать их сообщения, но не более того. Очень от многого все зависит. Где находился этот корабль? Какой был наряд сил украинцев? Мы исходим из того, что атака была вообще. Значит, может быть, у украинского командования под рукой было только два такого рода катера, а может, их вообще было не два. Два, и, значит, всеми возможными силами атаковали.
удалось ли им сблизиться, были ли они реально уничтожены на большой дистанции. В принципе, корабли, когда на корабле службу несут как положено, в общем-то корабль обладает достаточно серьезными средствами обнаружения и поражения для того, чтобы загодя такую угрозу, по крайней мере, обнаружить и постараться нейтрализовать. Опыт показывает, как минимум в паре случаев, а мы имеем видео подтверждение, что украинские дроны, надводные дроны, дистанционно управляемые, успешно сближались с российскими кораблями. Первый раз это было во время атаки в Севастополе. И не так давно Иван Хурс был атакован на разведывательное судно. Но вот именно несмотря на сближение успешное, что когда главная, основная трудность была преодолена, корабли, по сути, остались невредимыми. То есть там что-то происходило. То ли боеголовка не срабатывала, то ли не срабатывала штатно. То есть были однозначно, судя по видео, дроны были вплотную. Но вот что-то не произошло. Ничего не поделать, это война. Иногда удается сблизиться, но что-то не так срабатывает. Значит, необходима техническая доработка этих средств. Иногда противник бдителен и может перехватить или подавить эти средства. Однако постоянные попытки и совершенствование тактики, есть хорошие шансы, что это приведет к успеху. Опять-таки, я опираюсь на те случаи, когда этим дронам удалось сблизиться с российскими кораблями. И вот как раз самое легкое, назовем это в кавычках, почему-то не случилось. То есть они не были не то что потоплены, но и сильно повреждены. Нынешний же случай, мы слишком мало информации имеем. Возможно, какое-то видео всплывет, может быть, даже украинцы опубликуют видео с дронов. Была ли атака, в каких она масштабах проводилась, два, не два. Слишком мало информации для того, чтобы делать выводы. Однако это противостояние классическое щита и меча. Те, кто защищаются, тоже совершенствуют свою тактику и имеют определенные возможности, как и атакующая сторона. Я думаю, это не последнее слово в данном противостоянии, когда украинцы атакуют боевые корабли россиян подобными плавсредствами. Это лишь один из эпизодов, и отнюдь не последний. Хотел напоследок затронуть очень важную тему ядерного шантажа России на Запорожской атомной электростанции. Также под их оккупацией находится Крымский Титан. Два таких объекта, которые они могут использовать в своих террористических целях, соответственно, очень замедлить продвижение наших сил. Я об этом начал говорить, потому что эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины, установленные на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Они уже и ранее находили эти мины, но сейчас они находятся в зоне, недоступной для обслуживающего персонала станции, и были направлены в сторону от площадки. В общем-то, понятно, что Россия использует все возможные методы для того, чтобы продолжить свой террор. Хотелось бы услышать ваше мнение насчет вариации того, что может произойти. Либо это будет просто разрушение Запорожской атомной электростанции без возможности нам ее восстановить, либо они все-таки дойдут до вот этого теракта с применением ядерных элементов? Я склонен рассматривать ситуацию, как бы пытаясь поставить себя на место тех, кто принимает решения в Кремле, разложить ситуацию с точки зрения выгоды и минусов от подобного. Я имею в виду от использования уже реального, или назовем это так, реальных диверсий или террора с радиоактивным заражением. Так вот, выгод здесь, на первый взгляд, очень мало, если не сказать ноль. Во-первых, подобным средством задумываться стоит только тогда, вообще чисто теоретически, Кремлю стоит задумываться, когда есть непосредственная угроза потери объекта, будь то в Крыму, будь то Запорожская электростанция, атомная электростанция. До потери Титана в Крыму пока очень далеко, поэтому это вообще как бы не стоит на повестке дня на данный момент. Украинские войска должны нанести серьезные поражения, целый ряд серьезных поражений россиянам, чтобы выйти непосредственно на тот рубеж. Что касается Запорожья, я думаю, что даже подрыв, радиоактивный подрыв чего-то в итоге с последующим заражением не сможет всерьез, чисто в военном плане,
остановить продвижение войск, если оно уже есть. Ну да, возникнет зараженная зона, причем в ней не будут действовать ни россияне, ни украинцы, но однако поблизости от нее ничего не поделать. Это война, боевые действия продолжатся. Если Россия там терпит неудачу, то в общем ее и не спасет вот это вот огораживание этого участка. Но дело даже не в этом. Никакого серьезного военного эффекта быть, по-настоящему серьезного военного эффекта быть не должно, а вот минусы для России будут огромные. Причем политического характера. Это не те игры, в которые и Запад, и даже Китай, и остальное мировое сообщество любят играть. Да, извините, дело... а насчет ГЭС, которую они подорвали, ситуация в принципе тоже схожая. И какие там у них плюсы оказались-то по итогу? А вот, ну, во-первых, подрыв ГЭС был грубой ошибкой с их стороны, с военной точки зрения. Например, единственный резон, который они объясняют вот этот ход, это то, что они опасались форсирования Днепра украинской армии во время наступления. Однако, на мой взгляд, форсирование Днепра не было реалистичной угрозой. По объективным причинам украинцы не располагают возможностями, на мой взгляд, создать серьезный плацдарм на другом берегу Днепра и его обеспечивать. Более того, если бы даже это было возможным, то есть если бы украинцы такую операцию спланировали, то тогда взорвать с военной точки зрения были бы целесообразно, когда произошло форсирование. То есть затопить плацдарм и прервать с ним сообщение. В общем, их логика, честно говоря, довольно странная в этом случае, но сравнивать ядерный террор с подрывом ГЭС абсолютно неправомерно. Подрыв ГЭС — это экологическая, экономическая катастрофа, это гибель десятков людей. Ядерный террор — это заражение на века какого-то участка территории. Кстати говоря, если ветер дунет на Россию, то и, собственно, Россию, на другие территории, которые Россия намерена контролировать. В конце концов, и Крым тоже. Более того, ветер может дунуть, и не только может, а и дунет в сторону Западной Европы. Ядерный террор — это качественно совершенно иной уровень, и почти никаких военных плюсов я не могу увидеть в случае такого подрыва. Соответственно, минусы огромные для России. Более того, я люблю приводить и такой пример. Это же будет такого рода шаг, будет очевидным переходом любой красной черты, какой только возможно, и он может вызвать желание и у украинского руководства, и у частных лиц, и у кого угодно, желание отомстить. И в России должны понимать, что и у них на их территории имеется немало объектов, скажем так, такого, ну, деликатного типа, которые могут попадать, удар по которым может привести к очень серьезным последствиям. Нельзя на войне загонять другую сторону в угол и принуждать ее к действиям, которые могут обернуться для тебя катастрофой. Это тоже при планировании всякого рода шагов и провокаций нужно рассматривать. Так вот, у них тоже имеются объекты, которые могут оказаться под ударом рано или поздно. В общем, такого рода против более чем достаточно. Вот что, конечно же, но подводя итоги, я все равно, конечно же, не могу полностью исключать того, что они решатся на этот шаг. Есть своя логика, которая не всегда поддается объяснению. Есть нюансы, есть случайности, но я оцениваю именно такой умышленный ядерный террор как маловероятный. Не полностью невероятный, но маловероятный. А вот что очень вероятно, в случае отступления, если у российских военных будет время, то они, безусловно, почти уверен, выведут из строя Запорожскую электростанцию. Более того, это актуально, вот это утверждение, что если у них будет время, то они по тактике или стратегии выжженной земли будут выводить из строя любые объекты и увозить с собой всякие рода материальные ценности. Это почти не вызывает никаких сомнений. Не всегда, правда, у отступающих есть время. Когда отступают в беспорядке и с большой скоростью, то тут, как говорится, быть бы живу. Но отступление с Херсонского правобережья — яркий пример. Они и вывели из строя немало объектов в Херсоне, насколько я понимаю. Более того, кое-что забрали с собой, начиная от енотов и заканчивая, если я не ошибаюсь, машинами скорой помощи. Поэтому эту ситуацию нужно проецировать и на другие оккупированные территории. Если у них будет время, выжженная земля никуда не денется, к сожалению.
Да, ну что касается их отступления на Херсонской области, то я как раз в последующие дни также вот приезжал и наблюдал за этой картиной, разные истории слышал, в том числе и то, что некоторые просто напились и даже не знали о том, что идет отступление. Даже вот были такие некоторые смешные истории от местных, которые рассказывали, что выходит там вот этот русский какой-то, пьяный, и не понимая, что происходит. Еще наши не зашли, но местные жители уже повесили флаг Украины. И говорят, что все уже, здесь уже украинцы. Так они просто в шоке там все были от такого хода событий. Ну, вот и такие казусы были. Но справедливости ради также отмечу, что уходя, они очень сильно все минировали. То есть где-то есть, конечно же, безалаберность, вот место вот таким историям. Где-то есть, конечно же, момент вот этой вот подготовки, которую они реализовывают. Давид, большое вам спасибо за то, что подключились и дали вот такой всеобъемлющий разносторонний прогноз. Буду ждать вас в своих эфирах еще. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего хорошего и хорошего дня. Взаимно, взаимно. Давид Шарп, військовий оглядач, ізраїльський експерт, долучався до ефіру, поговорили з приводу тем, які стосуються саме військового характеру, відповідно до того, в чому експерт компетентний. Ну і досить цікавий такий прогноз, ми почули про все, і про ядерний шантаж, і про те, як просування йде і на Бахмутському напрямку, на деяких ділянках фронту, ну і в тому числі щодо Кримського мосту, наскільки сильно ми завдали удар і які наслідки зараз мають росіяни. З вами хочу ще поговорити, в нас вистачає, про ситуацію, яка стосується нашого українського зерна, який Путін намагається максимально споплюжити. Є певні новини, певні заяви, які ми з вами зможемо прямо зараз розглянути. Конвої НАТО можуть захистити українське зерно від Путіна. Про це пише видання Bloomberg. Основними силами будуть дві постійні морські бойові групи. Одна з тральщиків, адже Росія продовжує встановлювати морські міни поблизу українських портів. Інша – шести фрегатів та есминців з великою вогневою міцю та можливостями протиповітряної оборони. Торгові судна будуть об'єднані в 3-5 корабельних конвоїв, кожен з яких супроводжуватиметься парою військових кораблів. Також буде задіяно значний повітряний компонент для патрулювання, який відстежуватиме місце знаходження Чорноморського флоту і реагуватиме на можливості російських повітряних саме атак на кораблі. Цікава, насправді, думка, цікава стаття. Чи справді це буде? Питання, знаєте, відкрите і риторичне, оскільки ми знаємо, як сильно бояться наші західні партнери та НАТО ескалації, тому як можна тільки роблять це дуже обережно, чи підуть на такий крок. Ну, от про ризики також пишуть, що операція приведе Росію і західних прихильників України до прямої конфронтації, якщо не обов'язково до бойових дій. Туреччина, яка контролює прохід до Чорного моря, може виявити політичне небажання співпрацювати. Тобто ми з вами бачимо ще й політичні моменти, які можуть тут не співпадати. Але все-таки питання зерна – це дуже відкрита історія, яка стосується багатьох країн. Від цього залежить добробут, можливість нормального харчування певних країн. Ну, і Китаю в тому числі, до речі. Тому тут Росія повинна вже рахуватися не тільки з інтересами України. Також буде от завтра засідання Ради Україна-НАТО. Про це нам каже генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг, який на прохання президента України Володимира Зеленського скликає засідання Ради Україна-НАТО. Це відбудеться завтра, 26 липня. Відбудеться це через ситуацію в Чорному морі. Ну і давайте ще зараз заслухаємо цитату, бо Столтенберг після розмови з нашим президентом наголосив, що союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно. І додав, що після саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати.
Також Генсек написав у своєму твіттері, що ми рішуче засуджуємо спробу Москви перетворити продовольство на зброю. Це він написав у своєму твіттері. Сторони зустрінуться на рівні послів для того, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море, розповіла речниця НАТО Оана Лунгеску. Російська Федерація при цьому виставила жорсткі вимоги та заявила, що не буде продовжувати зернову угоду. Ну, це поки що, так вона заявляє. 17 липня російська сторона повідомила представників інших сторін спільного координаційного центру у МЗС Росії, поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано. Ну, як завжди, ми з вами в моїх ефірах кажемо, що у росіян дві тактики, чи це якесь збочення на рівні чогось ненормального, і вони завжди ескалюють і погрожують, чи інша сторона росіянської тактики – це бути жертвою. Тут вони, знаєте, корелюють між собою, намагаються якось балансувати. Ми пам'ятаємо заяву Росії, начебто від 20-го числа, якщо не помиляюсь, що всі кораблі, які будуть проходити, вона буде вважати, що вони несуть певну зброю. І тоді, звісно, питання постало того, що Росія провокує і каже, що вона таким чином, ну, косвенно каже, що вона буде знищувати ці кораблі. Але ми, як бачимо, цей шантаж, в тому числі, вкотре не вдався в них. Згодом оборонне відомство Російської Федерації заявило, що з 20 липня будуть всі судна, що прямують з акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуть як потенційний перевізник вантажів військового призначення. Оце саме те, про що я вам зараз і розповів. Як стало відомо від Володимира Зеленського, власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Пізніше він надіслав листи турецькому лідеру Ердогану та генсеку ООН з пропозицією продовжити роботу зернової угоди. Також закрита доповідь для кремлівської верхівки розкриває, як саме росіяни зривали зернову угоду. Це теж ексклюзивний матеріал, який сьогодні вийшов. Документ свідчить, що всі дії по зриву зернової угоди – це частина єдиного заздалегідь розробленого плану. Кого це дивує? Ну, не знаю. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури – лише черговий крок в його реалізації цього плану. Цей план містив в собі три етапи. Перший – це ініціатива Путіна про призупинення участі з 29-10 числа по 3-11, через що кількість українського зерна, що поставлялася, значно зменшилася. Другий етап – це заходи щодо обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд, не більше двох, і зупинка реєстрації зерновозів. Тобто бачимо, як перепони вони виставляють. І третій етап їх терору – це повний зрив постачання зерна, припинення з боку РФ. Цікаво те, що цей документ з'явився перед завтрашнім засіданням Ради України-НАТО, де будуть підніматися це питання, чи вплине саме оцей документ, про який я вам зараз розказав, на те, що відбувається. Ми будемо за цим спостерігати, спостерігайте разом з нами і ви, долучайтесь до ефірів і підписуйтесь на наш YouTube і на наш Telegram, дуже вчасно виходять новини, будемо цю ситуацію в тому числі висвітлювати і аналізувати. Ну і до саме цього документу ми з вами можемо додати ще й заяву президента Румунії, який все ж таки поскаржився на дії Росії. Президент Румунії рішуче засудив останній удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені біля кордону країни. Він сказав, що це створює ризики для безпеки в Чорному морі. Можемо заслухати цитату президента Румунії. Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавна ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і таким чином на глобальну продовольчу безпеку. Якщо розглядати це засудження як локальне якесь повідомлення, звісно, Росії від цього не буде ні холодно, не гаряче. Але якщо розглядати саме це засудження в контексті цього засідання Україна-НАТО, яке буде відповідно долучено до питань по зерну, то це вже, знаєте, певний комплекс. Ми бачимо, що от
Перед цим є заява президента Румунії, і сьогодні є певний документ, який підтверджує, висвітлює те, що Росія заздалегідь запланувала план в декілька етапів того, як це зерно зменшити поставки нашого українського зерна, і ще й опирається на те, аби запам'ятати цей досвід і використовувати його потім. Все це в контексті засідання може зіграти певну роль, яку саме будемо, як я вже сказав, за цим спостерігати. Ну і звісно ж, в Росії також коментують. Пісков вже розказав, що зараз до зернової угоди повернутися неможливо, оскільки не виконані пункти, що стосуються Росії. Що там за пункти, ніхто не знає. Ну, це їм, знаєте, не дає, не страшить їх в тому, аби позбавити людей зерна і створити голод. Що сказав Пісков? Він сказав, що РФ боротиметься зі спробами використовувати Києвом будь-які канали постачання українського зерна для військових цілей і терактів проти Росії. Перекладаю на звичайну мову, продовжувати будуть цей терор ракетний. Росія і країни Африки на саміті в Санкт-Петербурзі обговорять припинення зернової угоди і зусилля Москви з підтримки світових ринків. От дуже цікаво на них буде подивитися, на цю розмову, бо країни Африки також все ж розуміють. У них є певні моменти і канали, на яких вони підв'язані з Росією, зокрема, не тільки по зерну. І як саме буде проходити вся ця історія і цей діалог з країнами, які повністю розуміють, що Росія полишає їх шанс отримати зерно, це буде цікаво. Також Пісков сказав, що конкретних домовленостей за підсумками зустрічі Путіна і Лукашенка не було. Вона проводилася для зрівняння годинників і обміну думками. Перекладаю на звичайну мову, приїхав просто так. Ну, звісно ж, там не просто так все це відбувається, а Росія – це королевство кривих дзеркал, і кожна ця заява, можна її читати, знаєте, догори дригом, що якщо вони кажуть, що це було просто так, значить це просто так не було. Якщо вони кажуть, що вони будуть підтримувати мир, значить вони будуть підтримувати війну. Ось і все, що нам потрібно знати про Росію. Друзі, мої колеги підхоплять ефір, вже о 15:20 долучаться і будуть висвітлювати ті події, які продовжують траплятися в нашому з вами житті. З вами був Владислав Новіков, це команда 24-го. Не перемикайтесь, буде цікаво. Перемоги нам усім!